Всем привет, это TIS Market. И сегодня мы сравним несколько магнитол, нашу TIS и прямого конкурента. Давайте посмотрим, в чем отличие. Итак, мы достали это устройство из коробки. Оно обладает 10-дюймовым экраном. Внешне похоже на TIS. Даже вроде подключение такое же. Ну и Android-система. Но знаете что? У TIS нет конкурентов. TIS. Итак, к нам приехал очередной гость, покупатель. У него стояла магнитола, как раз-таки некий китайский бренд, No Name. И сейчас, прямо на примере этой машины, как обыватель, как обычный владелец авто, мы покажем разницу между одной магнитолой, дешевой, неизвестной, и TIS. В чем принципиальное отличие? Что будет вам по душе? Давайте взглянем вживую. TIS. В общем, поставили магнитолу. Сейчас будет первый запуск. Поедем, потестируем ее. Поехали, сразу задом сдаем. Ну, видимо, задом мы не сдадим. Ладно, хрен с ней. Так, сейчас откроем там что-нибудь, что у нее есть. Сейчас посмотрим. Так, какое-то радио сверхновое. Так, нам нужен навигатор. Поехали. A few moments later. Ну вот, загрузилось. В принципе, ну что, подождать-то не страшно, там, секунд 15. Там, хотя, не знаю, каждые 15 секунд решают. Это что-то вылетело, надо зайти обратно. Что он вылетает. Звук, в принципе, ну, прожимается. Почти, да, только если вот так. Ну, в принципе, опять же, 5000 не так страшно. Даже менюшка есть какая-то. Можно в кнопки вот эти вот назад, вот, можно назад скрыть с 10-го раза. Микрофон, не знаю, что это за... А, это радио. А, это так радио выглядит. Какое-то видео. Меню. Ну, все как в современных магнитолах, все... Классно и круто, согласны? Выглядит вот просто бомба. Ну и что тут еще есть? Так, в дорожку нам, может быть. Плеер современный. Где видео? Ну ладно, я без видео поеду. В общем, да в целом-то, знаете, почему бы и нет? Там не такая большая сумма, потерпеть это можно. TIS. Слушайте, ну а теперь другая история. Мы поставили сюда нашу магнитолу TIS, и вы вживую видите, вот, в реальной съемке, в чем принципиальное отличие и как это лучше работает. Давайте взглянем. Демо-версия. По камере. Сразу все четко работает. Как она быстро загрузилась, вы это видели? Опять же, вот кнопки, как это плавно работает. Ну давайте, опять же, вот там со шторкой была история. Вот эти вот боковые кнопки там вообще работали раз через раз. Вот. Что и требовалось доказать. Все четко. Еще раз. Все четко. Все четко работает. И меню выглядит иначе. И загружается быстро. И тот же навигатор, ну, он прям в доли секунды открылся. Сейчас карта не показана, потому что нет интернета. Но как это круто работает. Все как надо. И это исключительно с точки зрения обычного водителя. То есть, если не вдаваться в технические характеристики, эта модель уже лучше. Ну и если подытожить всю эту историю, то можно сказать следующее. Вы вправе купить магнитолу за 1010, там, за 5, неважно, какой это no-name Android. И вы столкнетесь с теми трудностями, которые вы видели. Но при этом, если вы доплатите
тысяч 10 вы возьмете уже вот эту технологию, которая будет постоянно работать безотказно и радовать вас каждый день. Именно мы в TIS-маркете занимаемся именно этим. Радуем людей. Поэтому обращайтесь к нам и приобретите свой первый TIS. До скорой встречи. TIS.